Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как британцы любят украшать свой дом к Рождеству. Для этого у них есть даже специальная выставка, которая проходит с середины ноября по начало декабря. Называется она «Ideal Home Show at Christmas», на которой я побывала уже несколько раз за годы проживания в Великобритании. И что я там увидела, сегодня об этом рассказ. Все, естественно, начинается с открытия этой выставки, церемония с перерезанием ленточки, в которой участвуют учредители этой выставки, знаменитые дизайнеры, архитекторы Великобритании. Я побывала только однажды на самом открытии, и как это было, вот вам показываю. Intense glamour, that is. Look at them. Aren't they wonderful? This is Teresa! That's Teresa, apparently. Teresa! Okay. And I'm Miley! And what's quite nice is that Susie has less of her wardrobe. Oh, yeah. Six, five, four, three, two, one. Good. Сама выставка в основном сейчас проходит в выставочном центре Кенсингтон Олимпия. В этом году, естественно, она отменилась. Но как было в прошлые годы, я вам сегодня покажу. Что там происходит? Когда заходишь внутрь, открывается перед тобой множество всяких стендов, где продаются различные предметы от декораций до предметов интерьера и даже иногда какие-то джакузи и бани. Часто там проходят различные музыкальные представления, иногда играет королевский оркестр, иногда поют и развлекают народ какие-то современные музыкальные группы. Вот, допустим, мне очень понравилось в последний раз, когда я была на выставке, девушки пели какие-то такие крисмасовские рождественские песенки. Какие-то годы там существовал каток, на который можно было прийти и покататься. Это, естественно, платное удовольствие, но, по крайней мере, это единственный каток, который я знаю в крытом помещении. Помимо этого, как я уже рассказывала, в выставке Ideal Home Show, который проходит по весне, кто не видел, смотрите в этом ролике, там представлены такие дома, допустим, загородный дом охотничий, где там шкуры валяются на диванах и на полу, или какой-то деревенский рождественский дом. Такие архитектурные сооружения строятся прямо внутри самой выставки, и по ним можно походить и посмотреть, как это все выглядит изнутри, вплоть до открывания шкафчиков, и как там все декорировано на кухне и так далее. Помимо этого, проходит очень огромное количество семинаров от того, как украсить елку. Кстати, там очень интересный был семинар, и там изготовляли елочные игрушки. Мне очень понравилось в один год. Там показывали, как произвести елочную игрушку из старинных фотографий вашей семьи или семьи ваших предков. То есть берешь черно-белую фотографию, вставляешь ее в рамочку, в такую какую-то овальный медальончик, и вешаешь на елку. Вот такая классная получается елочная игрушка, вроде бы как и семейная, и вроде бы как и новогодняя такая, ну точнее рождественская. В Англии нету Нового года, в Англии есть Рождество. Помимо этого, естественно, так как все англичане любят украшать свои входные двери вот этими вот рождественскими венками, там продаются эти венки в любом количестве, на любой вкус. Мне же очень запомнилось декорирование вообще всего домашнего интерьера с такими обалденными запахами из сушеных апельсинов, лайма, гвоздики и еще чего-то там, грейпфрутов, шишек. Это так красиво, и это такой ароматище прямо по всей выставке веет, и ты ходишь и такой прямо реально
дух Рождества витает в воздухе. Естественно, там очень много различных игрушек, которые можно купить в качестве подарков под елку. Англичане любят складывать свои подарки под елку, большие. Ну а маленькие вешают на камин, естественно, всем известный носок Санта-Клауса, куда можно сложить маленькие какие-то подарочки. Камины – это тоже отдельная вещь. На последней выставке было очень много новых современных каминов. Чуть ли не огонь, парящий в воздухе. Тоже очень много всего интересного происходит. Вот какие предметы интерьера там можно найти. Как всегда, показывают современную одежду, которая модна в том или ином году. От каких-то меховых курток, шуб, дубленок до пижам и даже нижнее белье. И всю эту одежду можно найти и купить на самой выставке. Также англичане очень любят украшать свой рождественский стол. Как поставить правильно тарелочку, как там положить правильно вилочки, какие должны висеть цветы над столом и стоять на столе. Ну, я не знаю, все настолько педантично, и плюс еще вот эти вот типично рождественские конфеты, крекерс, которые они должны разорвать как хлопушку и там прочитать какие-то желания. Честно говоря, я не очень знаю вот именно эту традицию. Кто знает, пишите в комментариях, что же там происходит вот с этими конфетами, потому что у меня никогда не попадалось. По-моему, один раз мы только с ребятами с английской школы ходили в паб, и там что-то разрывали, и там, по-моему, корона такая. У каждого своя корона, которую надеваешь на свою голову и сидишь как король или королева за столом, и все такие в коронах сидят и занимаются своими делами. То есть, что обычно происходит в Рождество у англичан, это разговоры постоянные и игры, домашние игры, которых в Англии очень много. Я была просто в шоке от них, слава богу, и мне, ну, так как я занималась с детьми, мне удалось только один раз с ними поиграть. По-моему, мы играли в квиз, ну, то есть вопросы и ответы, и там, честно говоря, не знаю правила игры, но что-то надо было достать карточку, прочитать вопрос, и по времени, или кто первый там угадает, ответить. Вопросы были вообще, я их не знаю, то есть из истории Англии, из каких-то, не знаю, телевизионных программ. Я, честно говоря, даже не знала, что это за вопрос, и не знала, что это за ответ. Ну, немножко так отвлеклась. И, в общем, на этой выставке мне, допустим, понравился очень красиво такой оформленный стол с игрушечным паровозиком, который едет по столу между тарелками и развозит конфетки. Такая интересная фишка была. Но помимо этого очень красиво украшены различные интерьеры. Опять же таки, дизайнеры каждый год украшают несколько комнат в рождественском стиле. От гостиной до ванной комнаты. И как это все выглядит, вот вам показываю. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a
соответственно, очень много на этой выставке возникает новых идей по декорированию своего дома. Ты находишь какие-то новые интересные игрушки. Допустим, мне очень понравились елочные игрушки в виде лондонской телефонной будки, в виде лондонского даблдекера, то есть вот этого двухэтажного автобуса, в виде Биг Бена даже было. Помимо этого, там в какой-то год идет какая-то, допустим, мода на елочные игрушки, сделанные из пайеток. Я даже матрешку нашла на одной из выставок. Потом вот недавно, когда в моду вошел мексиканский день мертвых, это как Хэллоуин, знаете, у них рисуют такие мордочки на фоне скелета с какими-то такими цветами раскрашенные. И вот такие игрушки елочные появились, по-моему, в 2015 или 2014 году. Тоже интересно было, поснимала. Интересно достаточно. Помимо этого, естественно, там проходит и кулинарное шоу, и очень много знаменитых людей, от певцов, актеров до кулинарных каких-то знаменитостей. Приносят свои книги на семинары, которые они там проводят, подписывают, люди прямо выстраиваются в очередь. Я, к сожалению, многих этих людей не знаю, но это британские знаменитости, к которым практически security меня вот так вот от них отталкивали. Но мне все равно удалось что-то поснимать, поэтому вот вам показываю. А так, в общем и в целом, Рождество — это самый любимый праздник в Великобритании. Люди к нему готовятся, уже начинают готовиться чуть ли не с июля, в сентябре уже начинают покупать подарки, и все магазины уже с чуть ли не сентября начинают украшать елки. Все улицы заполняются яркими светящимися огнями. Как выглядит, допустим, Оксфорд-стрит или Риджент-стрит, я вам рассказывала в прошлом году, смотрите в этом ролике. Не знаю, как будет украшаться в этом году Лондон, поживем, посмотрим. В декабре я вам расскажу о том, как британцы украшают городские елки. По всему Лондону я ходила в один год, снимала. Было очень много интересных дизайнерски оформленных елок. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики о Рождестве. У меня же есть своя собственная традиция на английское Рождество. Я хожу в магазин Harrods, чтобы пофотографироваться там в рождественском свитере на фоне красиво оформленных елок. Я уже об этом рассказывала, тоже смотрите в этом ролике, если вам интересно. А так, Рождество я, в принципе-то, и не отмечала в Англии, потому что это, ну, как бы не наш праздник. Я всегда ждала Нового года, и так обидно становилось, когда после 25 декабря абсолютно вся новогодняя тематика исчезала. Что с прилавков магазина, что с городских площадей. Все елки уже сносились, и праздника Нового года практически у меня и не было, потому что его англичане, в принципе, и не празднуют. У них проходит только фейерверк. Главный фейерверк страны в районе лондонского колеса обозрения Лондон-Ай. На всей набережной собирается куча народу. В этом году, даже не зная, как у них будет проходить новогодний фейерверк, скорее всего, его отменят, потому что такие толпы собираются на набережных, что мама не горюй. И какая там социальная дистанция, какие там маски, там в течение 4-6 часов надо только стоять и ждать этот фейерверк. Об этом я тоже уже все рассказывала, вот в этом ролике можете посмотреть. В общем, готовимся к Рождеству в период пандемии. Не знаю, как это будет, поживем, посмотрим. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч!